Красноярцы не могут оплатить квитанции за свет через специальное приложение. За много лет люди привыкли именно так носить деньги, но теперь жалуются, что услуга недоступна. Сейчас пользователи могут видеть в приложении свои счета, но оплатить их не получается. Мобильные удобства закончились весной, тогда энергетики затеяли оптимизацию и переход на другой расчетный комплекс. Обещали, что с ним будут выставлять более точные счета, но, как они говорят, из-за перехода потеряли все наработки. Приложение пришлось переделывать. В итоге программа до сих пор выдает слишком много ошибок и функцию попросту отключили, говорят в Красноярском энергосбыте. Когда включат, не знают. Энергетики советуют не копить долги и напоминают, что оплатить счета можно не только в офисе. Многие банковские приложения принимают оплату за свет без комиссии.